Yes on, yes on, yes on, yes. Hey girl, what it do? If you got friends, cool, bring a few too. No fun if the homies can't have none. R.I.P. Nate Dogg, shit is too true. And you know what I'm down for. Round two, round three, and a round four. Всем здорово. Не так давно я показывал, как запустить OneTap для CSGO с помощью депота. На сегодняшний день, а именно 16 числа, этот способ не актуален. И есть другой способ, как запустить OneTap, чтобы он работал. Первым делом, вы должны проверить целостность файлов CSGO. Для этого нужно зайти в Steam, нажать по CS-ке правой кнопкой мыши, зайти в свойства, зайти в вкладку локальные файлы и нажать вот на вот эту кнопку проверить целостность файлов игры. Итак, после того, как вы проверите целостность файлов игры, у вас, возможно, там что-то выскочит, какое-то окно, где попросит вас дозагрузить какие-то новые файлы. Вы, конечно, все дозагружаете, обновляете CS-ку, если это еще надо. И все, у вас, короче, должна быть абсолютно чистая CS-ка, там, без всяких депотов и с обновленными файлами. После этого нужно просто запустить игру. Итак, запускаю я CS-ку, вот она запускается. Вот она, CS-ка запустилась, как видите, никакое окно у меня здесь не высветилось, по типу, что вы не можете играть в соревновательном режиме, потому что у вас там, типа, файлы не проверены или что-то такое, короче. Вот, сейчас все работает. В общем, запускаем протест хакер, ищем протест CS-го и просто инжектим OneTap. Правой кнопкой мыши нажимаем по процессу, Mycelius, Inject DLL и запускаем OneTap. Как видите, все работает. Вот мы все видим, здесь можем КФГ поставить, загрузить его. Как видите, все работает. Но есть один важный момент. В меню CS-ки, если у вас выключена консоль, то у вас как бы чит не будет показываться. То есть здесь как бы ничего нету. Он как бы пофикшен, да, вроде как. Но вроде как нет. Здесь вот что-то, вот видите, визуально можно разглядеть какие-то вот HP. В общем, что вам нужно сделать? Желательно поставьте настройки, как у меня, там вот, вот здесь вот, короче. Скриньте и включите консоль разработчика. Зайдите в настройки, нажмите «Игра» и включить консоль разработчика. После инжекта у вас будет открываться консоль и чит, и, естественно, здесь все видно. И давайте пойдем сыграем там в обычный на карте Dust 2. Итак, меня что-то уже выгоняет, хотя только что загрузился. Да, я, короче, кого-то ёбнул случайно сейчас. Итак, нажимаем insert, и как видим, чит у нас работает. Вот, для тех, кто не верит. Блять, меня скикнули, пидорасы ебаные. Сука. Окей, я зайду в другую тогда. Типа, мне не сложно. Итак, еще одна игра найдена. Это успех. Как вы видели, все работало. То есть я меню открыл, там все написано, все работает, кнопочки работают. Конфиги выбирать можно. Так, сейчас с песа давайте зайдем. Ай, у меня, блядь, что-то он сам пошел ебать, что это было. Так. Так вот, видите, конфиги работают, загружаются. Поставлю свой любимый конфиг. Короче, для тех, кто не верит, смотрите, сегодня 16 января 2020 года. То есть он работает. Так. Так, давайте я отключу фейк-лаги, потому что из-за них немного неудобно, потому что телепортируют, и как-то чувствуешь себя не круто. Ну так, как видите, я выхожу, сейчас вынесу, возможно, вон, минус один. Минус второй. О, минус третий, я хотя даже его не заметил. То есть чит за меня все делает, то есть мне нормально. Итак, давайте-ка с вами под музыку поиграем и закончим ролик.
как видите, меня кикнули. Тогда на этом все. С вами был Кирка. Всем пока. А, ну да. Если наберешься 200 лайков, то чит выложу на Яндекс.Диск. Всем пока.